Pratum integrum в переводе с латинского означает «некошенный лук». Так можно сказать о великолепной музыке 18 века, изящная и лиричная, мощная и насыщенная, она полна образов и настроений. Отдаленные от нее почти тремя веками, мы вновь знакомимся с музыкой 18 столетия. Не в обработке, не в современной трактовке, а так, как слушали ее в далеком прошлом, в звучании старинных инструментов. Увертюрами и фрагментами из опер великих мастеров открылись декабрьские вечера в Москве. Оркестру Pratum Integrum посчастливилось открыть в этом году международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера». Музыканты возрождают старинную музыку и делают ее достоянием широкой публики, как музеи делают достоянием публики шедевры великих мастеров живописи. Выступления английского тенора Дэниела Тернера и Валерии Сафоновой украсили концерт чистым и проникновенным звучанием. Было так здорово, я прям чувствовал их дыхание, как бы очень здорово, блеск глаз их видеть, когда я пел. И действительно, мы второй раз в России, удивительно, здесь первый раз был в Эрмитаже, я думаю, что еще, чего лучше я мог бы сделать, представляете? Ритм современной жизни редко дает нам возможность оглянуться назад в прошлое, и поэтому вечер в духе старинных традиций – это не только экскурс в историю, но и наслаждение, которого мы лишены в повседневности. Уникальность фестиваля, идея создания которого принадлежит Святославу Рихтеру и Ирине Антоновой, заключается в полном погружении в атмосферу эпохи через воссоздание образов в гармоничном соединении музыки, живописи, поэзии и драматургии. Я думаю, что после этого фестиваля у меня появятся какие-то новые перспективы, новые планы. Мне бы очень хотелось продолжать сотрудничать с оркестром Pratum Integrum. И я была, кстати, очень рада петь с нашим приглашенным гостем, с Дэниелом. Он прекрасный ансамблист, у него такой красивый голос. Вот это было большое удовольствие. И, в принципе, я открыта для любых перспектив. Для любых планов. Чем их будет больше, тем я буду больше рада. Первые публичные оперы в Германии, где начинал Гендель, работали Телеман, Матезон, Тайле и Кайзер, оставила заметный след в музыкальной культуре, хотя из 300 произведений, исполняющихся там когда-то, сохранилось всего около 30. Для знатоков и любителей музыки вечер в музее имени Пушкина был художественным изысканным блюдом, преподнесенным профессионалами. И даже по самому строгому гамбургскому счету это был вечер премьер. Екатерина Балукарова, Дмитрий Сафонов, Сергей Крестьянинов, Виталий Шакуров. Специально для Global Inform TV.